Александр Мор доложил Владимиру Путину о мерах по подготовке к паводку. Глава региона отметил, обстановка на рек Хышим и Тобол спокойная. Большую воду прогнозируют в третьей декаде апреля. Александр Мор призвал земляков, которые живут в зоне потенциального подтопления, подготовиться к предстоящему паводку. Муниципальные службы помогут заранее перевести вещи и домашних животных. Мы готовимся к максимальному прогнозному уровню, который до нас доведен. Более того, мы для себя сделали расчет плюс 2 метра. В зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек, у которых порядка 2000 сельскохозяйственных и домашних животных.